Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию «Большая разница. Российские звездные пары, где супруга значительно старше мужа, больше, чем на 10 лет. Это существенная разница. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Если есть настоящие, искренние чувства, то разница в возрасте любви не помеха». Современный мир давно уже сломал шаблоны, касающиеся возраста. Если женщина старше своего избранника, это уже не вызывает вопросительных взглядов или какого-то осуждения. Даже когда разница в возрасте супругов 10 плюс лет, в пользу дамы это не мешает семейному счастью и гармонии. Наши звездные пары тому пример. Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Разница 19 лет. Когда в сети заговорили о романе Татьяны Булановой с бизнесменом Валерием Рудневым, многие были уверены, что это несерьезно, и даже называли эти отношения пиар-ходом. Все из-за разницы в возрасте. Певица старше своего бойфренда на 19 лет. Но Татьяна и Валерий не обращали никакого внимания на сплетни и пересуды. И 2 июня 2023 года состоялась их свадьба. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Разница 16 лет. Звезда Муз-ТВ Лера Кудрявцева тоже не считает разницу в возрасте помехой для счастья и любви. Ее муж, хоккеист Игорь Макаров, младше Леры на 16 лет. Но она утверждает, что в их паре именно Игорь ведет себя как умудренный годами патриарх. Любит сидеть дома и не жалует тусовки. А вот Лера всегда готова зажечь с друзьями или коллегами на вечеринках. Александр Асташонок и Елена Венгр-Жиновская. Разница 14 лет. Участник популярного в 2000 году бойс-бенда «Корни» встретил свою любовь в лице концертного директора этой группы Елены Венгр-Жиновской. Они поженились в 2004 году, когда Александру Асташонку было 23 года, а его избраннице почти 38 лет. Пара воспитывает дочь. Шаман и Елена Мартынова. Разница 14 лет. Мегапопулярный на сегодняшний день певец Шаман, он же Ярослав Дроном, не слишком охотно рассказывает о личной жизни. Однако поклонники знают, что первый брак певца распался с женщиной, которая была старше на 6 лет. В этом браке родилась дочь. Зато со второй супругой он живет душа в душу. Елена Мартынова старше мужа на 14 лет, но это совершенно не видна эта разница, и это не мешает их семейному счастью и настоящей любви. Мне в свою очередь хочется пожелать всем этим замечательным парам еще долгих лет совместной жизни, не обращать внимания ни на какие слухи, сплетни и пересуды, пусть живут душа в душу. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.